Написала письмо Минихану, но тоже я от него ответ не получила. У меня все хорошо. В понедельник 18-го меня перевели в камеру для постоянного проживания. Просто кому-то, наверное, мешает Азат? Ну, скорее всего, я считаю то, что это месть ФСБшников. Я говорю, он никого не убил, говорю, не обокрал, не изнасиловал. Ребенок просто вот посадили, говорю, ни за что. И вот я увидела, что нас очень много, что несправедливо сидят наши дети по сфабрикованным делам. Никому не желаю такое испытать. Владимир Владимирович, пожалуйста, освободите наших детей. Так, это у нас от Айдара Медшина, вот от главы города. Вот каждый год он у меня, ребенок это, каждый после окончания класса мы получали вот благодарственное письмо. Я почему-то до ареста Азата почему-то считала, что такие правильные люди, как сказать, справедливые. Но вот сейчас все с каждым днем убеждаюсь, что все это неправда.